Добрый день. Сегодня 1 августа 2020 года. Снова приехали Мурпасадские леса, тот же Шоршевский поворот. Решили в те же места пока сходить. Вот нашли совсем маленький, малюсенький подосиновик. Только приехали, время примерно 7 утра, если не меньше, 6:15 был автобус. Вот только зашли, увидели подосиновик. Да, я видела тот. Сейчас Саша зовет. Не вижу. А, вот еще какой красавчик. В общем, подосиновики пошли. Вот. И Саша зовет. Вот еще один. В этом лесу на прошлой неделе собирали лисички и белые. Теперь пошли подосиновики. Вот такой красавчик. Ой, вот еще один. Еще. О, Саш, вон еще. Вот еще, видите. И вот красавчик. На одном месте 6 штук сразу. Вот. Ну все, пока отключаюсь, будем собирать.